124 неразорвавшихся боеприпаса, 7 противопехотных и 3 противотанковых мины учебного назначения, 197 патронов различного калибра, гильзы и осколки двух снарядов. Все это было обнаружено в результате проведения неотложных операций на территории Бейлаганского, Губадлинского, Зангиланского, Тертерского, Тувузского и Ходжавенского районов Азербайджана. Специальные мобильные оперативные группы Национального агентства по разминированию территории Азербайджана совместно с сотрудниками МВД провели осмотр территории площадью 1354 гектара. Кроме того, было разминировано и очищено от неразорвавшихся боеприпасов более 117 километров дорог, проверено 282 здания.